Так, ну ладно. Значит, что у нас там, по идее, по нашим... Так, рок в темноте попал без вести. Кстати, это где вообще? Вернуться в убежище призраков. Так, ну тогда я думаю, что... Что нам надо тогда сейчас взять у Салли работенку. И у шериф припасы. Так, а где уж у нас тут Барта? Ты отлично выступил. Угу. Вроде того, что это предполагал, что здесь можно будет игроку купить домик. Но, по-моему, эту функцию так и не... добавили в игру. Здравствуй. Пока... Я хотел к шерифу, но потом думал, вдруг запустится какой-нибудь триггер. Надо сначала все-таки к Сале сбегать. Если что, вспомнить бы, ёп. Перный карась, куда тут идти? Тут еще как-то можно залезть, блин, в канализацию, но я не помню как. Поговорите с Салли, у него выгодное предложение. Вот, да, вот я как раз-таки и иду. Эй, парень, ищешь работу? Ага. Вот что я тебе скажу. Без репутации ты ноль. Если хочешь, чтобы местные хорошо к тебе относились, заслужи их уважение. Не знаешь как? Очисти дороги от бандитов. Здешние обитатели сразу тебя зауважают. Да и мой бизнес пойдет в гору. Я заплачу за каждого бандита, убитого в пустошах. Выгодная сделка для нас обоих. По рукам. Ну, уничтоженную... Да-да! Отлично! Похоже, ты начинаешь понимать, что к чему. Отлично. Уничтожить технику. Поехали, а эти припасы потом уж довезем. Да? Так, мэр... Привет. Вот сюда нам надо, да. Так, 800 патронов у меня и гранаты есть. Настроить, рейтинг 1. Ремонт не нужен. А, то есть, блин, только это можно. Ладно, я тогда пулемет возьму. Это жаль. Так, источник или пустоши? Пустоши давай. Это очень жаль. Я думаю, что и то можно ставить. Нифига подобного. Это печально. Так, куда мне ехать? Вопрос, конечно, интересный. Так, оружие для баги пропал. Так, награда Салли. Вот мне это интересует. А как, кстати, стрелять? А, понятно. На букву А. И ни одной... Ой. Бандиты контролируют. Перебейте их, и вы получите награду сразу же. Где? А, вот он.
Бдыщ! Что-то зависло. Так, пройдено. Награда 75 баксов. Это не очень хорошо в плане того, что... Так, и что, надо ехать обратно? Что ли? Подожди. Та-та-та-та-та. Ага, получить награду. Сейчас еще чиниться придется. Довольно-таки долго. Я броню какую-нибудь поставить. Было бы дело. Так, ремонт. 26 баксов. Ну ладно. Это, в принципе, нормально. А могу я прикупить... А, наверное, у Расти надо прикупить патронов-то. А то это не очень. Так, в источник. Пойдем возьмем награду. Отлично! Дороги стали чище. Вот твоя награда. Доллары? Доллары. Как бы вот быть-нибудь бы вот туда бы вот проникнуть, я уж не помню как. Но как-то ведь можно это сделать. Ой. Отлично. Это оружие защитит тебя. Иди, забирай припасы. И если кто встанет на твоем пути, порви его в куски. Так, отправиться на запад, доставить припасы. А мне его надо как бы их эти припасы брать? Нет? Они вроде как у меня по умолчанию уже в машине, да? Будем надеяться так. Это надо вон туда. Я начинаю потихоньку ориентироваться в этом городе. Есть чё? Нет ничего? Ну ладно. Не-не-не. Тут выйти это... Вот так вот, да? Сюда, угу. Так, все, поехали. Нам нужно припасы эти. Территория без башенок. Есть кто? О, вон, кто-то едет. Где еще? А, вон едет. Минус. А еще. У меня патронов нет практически. Чего это у меня через тьму таракань? Поехали отсюда. Надеюсь, где-то тут можно купить эти патроны. Вот и ты.
Дать припасы. Так, предметы быстрого использования для машины могут иметь решающее значение. Так, посещайте это. Да не на. Посещайте торговцев. Может быть, ты мне продашь? Мне нужны пулеметные патроны. Эй, парень, ты все еще жив. Не забудь. Если понадобится что-нибудь починить, и ты будешь поблизости, заезжай. Я все сделаю. Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, доставь ее в гараж, и я займусь ею. Не забудь, если тебе Блин, нужно я будет думал, починить... у тебя можно купить эту хрень. Нет, нельзя. Так, может быть, ты продаешь? Эй, парень, хочешь посмотреть товар? Давай посмотрим. Что нужно, парень? Так, припасы. Щит. На короткое время делает вашу машину неуязвим. Да не надо. Быстро ремонтирует поврежденную машину. Вот это, может быть, пригодилось бы. Так, стальные патроны. А, вот, пулеметные патроны. 25 баксов. Вот так вот хотя бы. Это печально. Так, что я могу продать тебе? Да у меня нет ничего так-то. Самонаводящаяся ракета. Может, ракету продать ему? Пистолетные патроны, толстячки. 24 штуки у меня. Стальные патроны у меня есть. Снайперские патроны. Да, в принципе, мне продавать вот нечего. Вот До это встречи, вот печально. Надеюсь. Печально. Может быть, это сейчас мне денег даст. Слышь, дядька. Друг, рад снова тебя видеть. Думал, ты пропал. Вижу, ты выкинул тот костюм. Да тебя и не отличишь уже от наших. Как там, старик Клейтон? Хорошо. Я знаю, как ты рисковал. Но эти припасы нам правда очень помогут. Я обычно всегда плачу за услуги. Прими же в дар мою радость и гордость. Арбалет «Буря в пустыне». Он в два раза мощнее простого арбалета. И совершенно бесшумен. Ой, какая прелесть. А деньги дашь? Давай, забирай свой арбалет. Теперь о плохом. В округе замечены патрули правительства. Думаю, они знают, что здесь бродит парень из Ковчега. Возвращайся в источник, пока тут все не утихнет. И еще. Удачи, друг. А, понял. Ой. Так. Ну, арбалет я не буду. Так, снайперку мне не надо. Я, наверное, сюда. С дробашом похожу. Так, вопрос, ты со мной не хочешь говорить? Ладно. Допустим. Ты не хочешь со мной говорить? Допустим. Сюда я не прохожу. Сюда я могу пойти. Войдите в пещеру. К DLC я пока не готов. Мне надо, наверное, хотя бы припасами разжиться. И, наверное, средняя броня мне не помешает. Так, управлять. Мастерская. Цена ремонта 2. Давай. Так, я хочу наведаться к призракам. Оп-па-па-па-па-па. Смотрю, никого не. Ой, не то кнопочка. Так, давайте выберем, где у меня тут пропал без вести.
сюда. Пойдем посмотрим. Враги тут, я думаю, не отреспались. Я, по крайней мере, хочу надеяться на это. Надеюсь, мою точилу не угонят. Очень на это надеюсь. По идее, не должны. Так, найти пропавшего человека. Вообще вопрос у меня тут как бы возникает только один. А где его искать? Ах ты черт, тут есть люди. Серьезно, тут есть люди. Да ладно. Ты выдержал попадание? Дайте мне пистолет, слышите? Что ж такое-то? Во, пистолет. Ну ладно, может бабла как раз добудем. А ну-ка, скажи, где он? Так, нормально. А я тебя нет. И это печалит меня. Вот. Теперь я тебя вижу. Да что ж такое? Я два раза попал, видели? У них бошки бронированные, что ли? Сука такая, да что ж ты за человек такой? Блин, у меня патронов-то не очень так много. Есть у вас нового? Ничего, я так понимаю. Я просто осматриваюсь. Да, 38 патронов, не очень. Нихера себе, вкатил мне по полной программе. Ага. Нет, уже не рулит. Давай автомат хотя бы достанем, что ли. Не выруливает уже пистолет. Слишком много приходится. Сука такая, да что ж ты будешь делать? Бля. Вёртки. А куда вот он делся? Он сквозь текстурки, что ли, провалился? А, нет, вот он. Доллары.
Доллары, это, конечно, хорошо, только, блин, патронов нет. С патронами напряг. Так, это третий. Так, ну давай дробашом, что ли, попробуем. Нет, тут вроде я все собрал. Спасибо. Инструменты, спасибо. Твою мать, убьют. Тихо, 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 тихо. Он что-то какой-то жесткий. Козел. Да нет, дробовик на таких расстояниях не работает, что логично, в принципе. Так, чем вот тебя тут покрошить-то, блин? Высовывайся, сука. Да нет, вроде тоже убиваются с двух выстрелов. Что тут у нас? Это случайно не ты, пропавший человек? Вообще это баба вроде. Где кто? Ага, завершено, нашел, походу. А, ну и дальше меня не пустят, да? Ага. Ясно, понятно. Он здесь! Я тебя на кусочки разрежу! Это было больно. Что-то он завис. Да твою мать, ты задолбал. Не хотел тратить бинт. Я предпочел воспользоваться багом искусственного идиота. Откуда ты вылез, тварь такая? Надо ей помочь. Нет, ей уже ничего не поможет. Блин, у меня нет патронов для дробовика, у меня нет патронов для автомата, у меня очень мало патронов для пистолета. У меня есть толстячки, только я так и не понял, как... Плюха-муха! Чё-то тут жестко. О, там что-то лежит, смотрите. И дело. Ранил? Я думал, убил. Можно, конечно, было так сделать, но ладно. Патрон для пистолета кончился. А, это эти хреновины. Надо, кстати, их продать, я им не пользуюсь. Да негде ими пользоваться-то вот так-то. По большей части. Так. Я тебя по стене. Норм? И все вроде. Ну, судя по тому, что музыка закончилась.
Можно отсюда выпрыгивать. Блин, с патронами, конечно, да, напряг. Надо сейчас что-нибудь придумать по этому поводу. Так, машинка моя осталась на месте, хорошо. Кстати, а где вот это вот, вот подробности в источнике? Получить в источнике. Где именно? Я вроде там все облазил, я не видел офиса этой компании. Бывает временами, как говорится. Тыщ, опять не получилось. А? Надо было тут, наверное, ускорение врубать. Так, мне надо что? Мне надо купить сейчас патронов. Вот прям срочно-срочно надо купить патронов. А то что-то тут все плохо. Эй, друг, пришел взглянуть на товар? Ну да. Что нужно, парень? Так, 600 баксов у тебя есть, да? Мне нужны боеприпасы. Так, стальные патроны. Вот так вот хотя бы. Так, пистолетные патроны не надо. Картечь. Дешево и сердито, давай. Так вот даже сделаем. Так, снайперские. Ну, снайперские у меня мотальные наконечники. Это для арбалета. Не нужно. Так, что я могу продать тебе? Я, наверное, тебе вот это крылопалки продам. Так, клинки. 10 долларов. Еще бы нет. Так, все остальное я тебе не буду продавать, пригодится. Так, бинты оставим. Боеприпасы, что я могу тебе скинуть? Ничего не буду скидывать, все нужно. Пока все нужно. До встречи, надеюсь. Ну, хотя бы так. Я хотя бы себя чувствую теперь не таким беззащитным, блин. Так, нам теперь возвращаться, по идее, в источник надо. Поинт того, сдать квест. Так, что там, что там, что там? Иди сюда, иди сюда. Нормуль? Нормуль. Немножко сдох. Кстати, вот это я тебе тоже. Норм. Норм. Так, еще кто-то едет. Где? Где ты, тварь? А, во. Норм. Ну и никого не осталось, по идее. Так, а что у нас тут? Самое время облазить эти места.
привыкнуть к управлению, считай, может так. Есть кто? Да нет. Никто не нападает. Ну и ладно. Вот и ладушки. А я кому-то должен сдавать этот квест на то, что я пропал без вести? Сейчас узнаем. Так, настроить, ремонт, ремонт. 3 бакса. Хорошо. Так, в источник. Эй, парень! Чё? Тебя тут спрашивали, мэр Клейтон и шериф Блэк. Ты тут у нас просто на расхват. Патроны для стволов на твоем ваге ты можешь достать у Кофера или у Расти, что рядом с гоночной трассой. Ладно. Так. Меня интересует другое. Так, визит к шерифу. А, ну да, у меня получается уже выполнено это. Пропал без вести-то. А что мне за это дали? Найди пропавшего человека. Но я вроде его обыскивал. И у него вроде ничего не было. Никакой награды не дали. Серьезно, это плохо. Может быть, репутация как бы. Так, подожди. Спасибо, что заботишься о безопасности дорог. Я, да, я такой, я вообще, да. Красавольчик. Интересно, а где вот это вот груз перевозки-то? Так, зловещие мутанты, украденный товар. Ну-ка, мутанты разрушают водопровод. Привет. Нам нужен снайпер. Так, мы получили нашу работу, произвести необходимый ремонт, но и нам нужен снайпер. Именно снайпер, да? Безбашенные украли мою выпивку. Ого. Ого. Можно, можно. Но пока не будем. Давайте пока по сюжету сгоняем. Так, а где же, где же, где же? Где же грузоперевозки? Опен. Не опен. Да, ты! Служба доставки ищет новых водителей. О, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Доброго тебе дня. Меня зовут Стэнли. А это служба доставки Стэнли Экспресс. Мой девиз, если Стэнли не доставит, никто не доставит. Но мне нужны водители. Видишь ли, я потерял нескольких недавно. Работа очень простая. Берешь груз и едешь. Только ехать надо быстро. Людям дорога ложка к обеду, так? Так вот, доставишь груз вовремя, я хорошо заплачу. Опоздаешь, извини, не получишь ничего. Это ведь экспресс Стэнли, а не товарняк Стэнли. Ну, интересует. Хочешь заработать? Почта для поселенцев, Северный экспресс, почта для бандитов даже. Давай. Не лихач! И за сколько надо? Так, Стэнли Экспресс, пора доставлять, отвезить посылки в места, указанные на вашей карте, вложить в время, иначе Стэнли не заплатит. Ладно. Thank you.
Да. Я немножко застоял. Ой, не туда. Не успею. Да, блядь, куда тут? Да, не успею я. А может, и успею. В принципе, недалеко, я думаю. Последнее-то за 40 секунд. Боксов. Ну, как бы весело. Здравствуй. Так, пойдем к мэру сходим, что ли. Да, я хотел к мэру, а пришел к шерифу. Ну ладно, давай к шерифу. Ты вернулся? Хорошо. Есть проблема, и я думаю, что тебе она по зубам. Но твой крошечный багги не для Севера. Боюсь, тебе придется найти что-то помощнее. Ага. И? Тебе реально нужно заполучить Куприна. Мне надо отвезти припасы на Север. Возвращайся с хорошей тачкой, ладно? Ладно. Самый легкий способ получить Куприна — выиграть его. Джеки Викс, вот кто поставит тебя на нужный заезд. Угу. Хорошо. Опять гоняться. Я бы сходил бы, пострелял бы, на самом деле. Пошлите к мэру сходим, может быть, он предложит что-нибудь более... Добрый день. Прозаичная. Привет. Что, ничего не хочешь сказать, да? Я имею в виду взять винтовку и всех завалить. Рад, что ты здесь. Твои силы пригодятся. Угу. Нужно решить небольшую проблему на севере. Бандиты раскапывают кратер на севере. Ходят слухи, что они получают чистый фелтрит. А в их руках он очень опасен. Съезди и посмотри, что там такое творится. И чтобы они не делали, привези образец. Ага. Дорога длинная и идет через адски опасные места. Так что сначала как следует запасись боеприпасами. Ладно. Так, давайте залезем к Салли. Она нам вроде как денег должна дать. Отлично! Дороги стали чище. Вот твоя награда. Лучшие сертификаты, доллары. Хорошо. Кстати, тут она гоночные сертификаты дает. То есть я так понимаю, что можно даже не это... Так. Привет, странник. Ты здесь, видно, новенький. Можно и не участвовать в гонках. Человеку, убитому горем. В смысле, бабла тебе подкинуть, что ли? Моя жена больна, и я готовлю для нее особое зелье. Не хватает одной вещи. Свежего ночного цвета. Я и минуты не продержусь в пустоши, но ты... Ты, мне кажется, на это способен. Говорят, он растет на болоте безумного Джо. Сможешь туда добраться? Ну. Сынок, ты нас спас. Я беден, но возьми рецепт моей жены, который ей помог.
Может быть, и тебе он однажды поможет. Хорошо. Сынок, моей жене хуже с каждым днем. Прошу тебя, помоги нам достать ночной цвет. Ладно, так, это уже нет тут. Ты что скажешь? Слыхал, пустоши уже не так опасны благодаря тебе. Ты молодец. Спасибо. Очень хорошо. Так, а ты? А, вот ты, по-моему, говорил, что ты не доверяешь людям, да? Ага. Я думаю, может попробуем Куприну выиграть эту самую. Давайте все-таки покатаемся. Потому что у нас по заданиям нужен Куприна, награда Салли. Нужен Куприна. Привет. Куприна, я думаю, нам реально нужен. Можно, конечно, еще те взять. Два от квеста. Сейчас мы их, наверное, возьмем. На всякий пожарный. Так. А, блин, надо отправиться к месту. Полуавтоматическое. Так. Должно пойти. Теперь отсюда. Да, он идет. Бля. Ай, не перезарядился трючок. Ты стреляешь. Thank you.
завершено, что ли? Ну, надо же. А это было довольно потно. Надо сказать. Только с третьего раза получилось, потому что там вот этот вот камень, когда он перебегал на другую позицию, там вот этот вот камень прикрывал мутантов, которые добегали до него, до этого охранника. Привет. И вот на этом моменте я два раза ошибся. Ну, нормально. Так, и чё? Это мне чё даёт-то? Славу и деньги? Нет? Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Угу. Ладно.